Телевизионный приемник «Чайка» пользуется хорошей репутацией. Это надежные аппараты. Над качеством выпускаемой продукции здесь работают постоянно и многого добились. Так львовяне, разрабатывая свою систему, немало позаимствовали у горьковчан. В свою очередь, все лучшее, чем богаты львовские предприятия, с успехом используется здесь. А борьба за высокое качество начинается с участка входного контроля. Сюда от смежников поступает до 500 узлов и деталей. И только после заводского контроля они попадают на конвейеры. О том, насколько тщательно работают на заводе над повышением качества продукции, можно судить и по такому факту. Один из основных узлов телевизора, блок цветности, собранный здесь, используется не только в «Чайках», но и в «Темпах» и «Садко». На этом стенде фамилии всех, кто причастен к сборке телевизоров. Качество выпускаемой продукции здесь оценивается ежедневно. Виктор Селиверстович, на вашем предприятии у многих производственников очень интересное удостоверение. Удостоверение на право получения дополнительной оплаты за высокое качество. Новизна этой системы состоит в том, что рабочему гарантируется за высокое качество выпускаемой продукции ежемесячное дополнительное стимулирование в размере 10% от тарифа. Удостоверение имеет 3 качественных талона с оценкой весомости, оценкой качества. Первый талон 2%, второй талон 3%, третий талон 5%. Для того, чтобы полностью получить вознаграждение по этому удостоверению, необходимо сохранить эти 3 талона, работая с высоким качеством в течение всего месяца.